Перед началом ролика, друзья, у меня для вас есть очень крутой челлендж. Победит каждый. Все, что вам нужно, это нажать на колокольчик. Вот и весь челлендж. Привет, друзья, меня зовут Егор, и у меня уже целых 2 года нет девушки. Знаете, за это время очень многое произошло, очень много разных ситуаций, некоторые из них забавные, некоторые грустные. Сегодня я вам о них расскажу. Вот, например, когда я только расстался со своей девушкой, мне было очень непривычно. Бро! Привет, бро! Бро! А тебе не кажется, что ты занимаешь слишком много моего пространства? Знаете, я всегда старался не подавать вида, что у меня нет девушки, я старался не грустить. И мои друзья всегда меня поддерживали. На то они и друзья. А знаете, ребят, все-таки без девушки нормально живется. Не, ну в чем ты прав? Вообще да, слушай, да без девушки вообще прекрасно живет. Да и без девушки, и без парня вполне себе хорошо живет. А ведь правда, Егор, а и чё мы сидим такие грустные? Егор, ну ты такой грустный, что у тебя как будто девушка есть. Ну а ты чё скажешь? Я с вами согласен, ребят, знаете, девушки только и делают, что отнимают время. Ну ладно, настроение у меня хорошее, пойду-ка я чем-нибудь займусь. Да, ребят, давайте, спасибо, что настроение подняли. Вы классные, да, Егор, давайте. Счастливее. Когда у меня будет парень? Знаете, а если у вас есть девушка, и вы не знаете, что ей подарить, для вас есть отличный сервис. Runbox. Здесь вы можете открывать кейсы и выигрывать настоящие вещи. Сейчас вместе с вами мы попробуем открыть несколько кейсов. Я пополнил баланс на 3000 рублей, сейчас мы будем открывать сами коробку. Начнем за 100 рублей. И мне выпадает флешка на 4 гига за 400 рублей. Можем заказать доставку или продать ее за 400 и открыть еще один кейс. Я, конечно же, открою еще один кейс. Только уже не за 100 рублей, а за 1000 рублей. Здесь можем выиграть iPad, PlayStation, Xbox. Короче, все, что нужно для геймера, и еще если iPhone даже есть. Так что открыть коробку за 1000 рублей. Итак, мне выпали... Это смарт-часы Android, черт. Ну ладно, за 2200 рублей все равно я остался, в принципе, в плюс. Здесь за 500 рублей можно выиграть любой нож, и мы открываем. И нам выпадает нож за 1000 рублей. Ну и последний откроем за 250 рублей для нищеброда, таких как я. Нам выпадает какая-то непонятная штука за 500 рублей, это складывающиеся отвертки. Кстати, по промокоду Декстер вы получите 50 рублей на свой счет, вам нужно просто его ввести. Ссылочка в описании, мы дальше продолжаем говорить о моей личной жизни. Но иногда в мою личную жизнь вмешивались какие-то непонятные люди, и я просто не понимал, зачем они это делают. Алло, да. Здравствуйте, Егор Михайлович, это Сбербанк. Мы по поводу вашего... По поводу моего кредита. Так, вам нужно до конца месяца оплатить... А вы чего такой грустный-то? Ты вроде не грустный. Ну я же слышу, вы грустный. Сегодня просто такой день. Я не грустный, поймите это. Егор Михайлович, мы заботимся о своих клиентах. Слушайте, вам что, непонятно, что ли? Я сказал, что я не грустный. Вам еще раз это повторить? Вы грустный. Ладно, я грустный, и что? Так, погодите. А у вас есть девушка? Друзья, мои друзья, знаете, я вас так обожаю, вы всегда дадите мне правильный совет. Хоть иногда эти советы ни к чему не приводят. Блин, вроде красивая. Дай зачеку. Ну да, красивая. Слушай, Егор, напишешь ей? Не, чувак, ты что, с ума сошел? Бро! Ну это вообще соска. Да мне все равно, кто она. Мне не нужна девушка. Бро, ну кого ты обманываешь? Не нужна ему девушка. Такую чексу упустишь, и вот если ты сейчас не напишешь, то... Я не знаю, я с тобой разговаривать перестану. Ну что ты начинаешь, а? Бро, я тебе как бро-бро говорю. Уже даже Серега девушку нашел. Ну ты-то что, в бабылях будешь ходить вечно, что ли? Да ну... Все, либо пишешь этой красотке, либо я ухожу просто вот сейчас. Ну вот, другое дело. Чувак, ну и что, что ей 14? Если вы подумали, что я не люблю своих подписчиц, нет, нет, ребят, просто будьте грамотнее. Многие могут подумать, что у меня нет девушки из-за того, что я, ну... Ну, вы понимаете, да? 2 года. 2 года без девушки, Егор. Ну, можно подумать, что ты гей. Кто бы говорил, ты с одними парнями общаешься. Это я-то с одними парнями общаюсь? Так, погоди.
Ну, к счастью, это все не так, это просто шутка. Вы же поняли, что это шутка? Вы поняли, что это шутка. Молодцы. На этом все. Если вам понравился этот ролик, можете поставить ему лайк, подписаться на мой канал вот здесь вот и нажать на колокольчик, потому что многим мне приходит уведомление, вы должны нажать на этот чертов колокольчик. Нажмите, он снизу. Ладно, все. С вами был Декстер. Всем пока.